тонкопрофильный моноблок с веб-камерой, оснащенный защитной шторкой и операционной системой Windows 11. В этом видео мы распакуем моноблок Acer Aspire с индексом C24700. Моноблок комплектуется блоком питания на 65 Вт, проводным набором из клавиатуры и мышки, а также документацией с гарантийным талоном. Данная модель обладает экраном диагональю 24 дюйма с тонкими рамками по бокам и разрешением Full HD. Габариты корпуса не превышают 54 на 32 см по ширине и высоте. Сверху над экраном расположена веб-камера, оснащенная подвижной шторкой для сохранения приватности. Когда камера не используется, ее объектив можно закрыть и не беспокоиться, что злоумышленники смогут получить к ней доступ. Подставка оснащена двумя лучами для настольного упора и предлагает только регулировку по углу наклона. Также на подставке разместился хомут для проводов, который можно аккуратно уложить за экранной панелью. Теперь посмотрим на набор портов, расположенный с тыльной стороны устройства. Здесь разместились 4 USB-порта, один из которых версии 3.1, один Type-C и два порта версии 3.0. Еще один порт версии 2.0 вынесен на нижний торец устройства. Также на задней панели есть разъем HDMI для дополнительного монитора и аудиоинтерфейс для гарнитуры. Для подключения к локальной сети предусмотрен гигабитный порт Ethernet. Из беспроводных интерфейсов пользователям доступен модуль Wi-Fi стандарта AX и Bluetooth версии 5.2. Теперь о начинке. Моноблок работает на базе 10-ядерного процессора Intel Core i5-1235U со встроенным видеочипом Intel Iris, частотой до 1300 МГц в базе и 4400 МГц в режиме автоматического разгона. Для хранения данных используется SSD-накопитель типа размера M.2, предлагающий 512 ГБ пространства. Оперативная память представлена планками SODIMM стандарта DDR4, а ее штатная емкость составляет 16 ГБ. Максимальная поддерживаемая емкость при этом составляет 64 ГБ. Обратите внимание, что данный моноблок поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home Edition, а так как в комплекте уже идут мышка с клавиатурой, то компьютер готов к работе сразу после распаковки.